Всем намасте, меня зовут Толька, я инструктор йоги и йога-терапии. Добро пожаловать на мой канал Акаши Йога.ру, где представлены различные йогические практики. Сегодня мы с вами делаем небольшую практику по йоге для женского здоровья. И, как всегда, я рекомендую вам обратиться к своему врачу, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или травмы, чтобы вы понимали, что вам можно делать и что нельзя. Мы переходим к занятию. Для сегодняшней практики вам понадобится какой-то плед для того, чтобы подложить его под колени, когда мы будем делать кошку. И мы, как всегда, начинаем с положения лежа на спине. Ложимся в шавасану. Вытяните руки, вытяните ноги. И сейчас пройдитесь вниманием по вашему телу. И посмотрите, как ваше тело соприкасается с полом. Какие участки тела касаются пола, какие нет. И также посмотрите, есть ли разница в теле справа и слева. Есть ли напряжение в теле. Затем внимание переместите на дыхание, начните наблюдать за вдохами и за выдохами. Также отмечаю, что меняется в вашем теле на вдохе и на выдохе. Согните ноги в коленях, поставьте стопы на коврик на комфортном расстоянии друг от друга и от таза. Возьмите себя руками за плечи и вытащите себя из таза немножко назад по полу. Опуститесь вниз, мы начинаем с вами дышать грудной клеткой. На вдохе грудная клетка расширяется и поднимается в сторону головы. На выдохе опускается и сужается. Живот при этом расслаблен. Живот следует за грудной клеткой, расширяясь во всех направлениях. Затем переместите свое внимание на стопы, сделав вдох, толкните стопы в пол и к себе, поясница от пола приподнимется. На выдохе стопы в пол вперед. И мы начинаем двигаться таким образом, наблюдая за тем, что сейчас у нас происходит с животом. Живот не напрягается. И теперь попеременно начинаем толкать пол то правую, то левую стопу. И за счет этого движения то правая, то левая часть таза будет выше относительно другой.
Добавляем сюда прокручивание таза вперед. Также толкаем стопы поочередно и просто прокручиваем таз. И в другую сторону. Постепенно завершаем. И сейчас немножко тяните коврик вверх, чтобы у вас был более скользкий пол. Потому что коврик будет мешать делать следующее движение. Пол должен быть скользким. Поставьте стопы вместе, колени соедините вместе. Проверьте, чтобы ваша поясница сильно не отрывалась от пола. Направьте пупок в сторону позвоночника. Живот не должен будет сейчас напрягаться, и он не надувается вверх в потолок. И в этом положении мы начинаем аккуратно стопами рисовать маленький круг в одну сторону. И в другую. Подтяните бедра к животу. Возьмите себя руками, побудьте здесь. Отпустите ноги и, соединив колени, стопы вместе, также не отрывая сейчас спины от пола, поясницы от пола, не напрягая живот, мы аккуратно начинаем коленями рисовать небольшой круг в одну сторону. И в другую. Отодвигаем немножко бедра от себя, так чтобы бедра были перпендикулярны полу. И также, проверив положение спины и живота, мы начинаем рисовать круг. Другую сторону. Возьмите себя правой рукой за правое колено, левой рукой за левое колено. Правой рукой колено рисуем круг вправо наружу. И левой рукой рисуем круг влево наружу. Попеременно начинаем рисовать круги то правой рукой ногой, то левой рукой ногой. Вытяните ноги. И посмотрите, что сейчас поменялось в вашем теле. И дальше аккуратно через бок перейдите на живот. Положите ладонь на ладонь и положите свое левое ухо на ладони. Согните ноги
и поставьте колени на ширину вашего коврика. Ваши стопы смотрят вверх. Они никуда не опускаются. В этом положении мы аккуратно правой стопой начинаем двигаться по голени вниз в сторону колена. Задачи дотянуться на колено у нас нет. Мы работаем в комфортном диапазоне. Поменяйте положение головы, правое ухо на ладонях, и левая нога начинает двигаться в сторону правого колена. Опустите ноги, поставьте ладони под плечи, толкнитесь руками от пола. И мы опускаем предплечье на коврик, ставим кулак на кулак сверху лоб. В этом положении начинаем переносить вес то на правую, то на левую ногу, аккуратно раскачивая таз из стороны в сторону. И снова перейдите на живот. Опустившись на живот, снова положите ладонь на ладонь, сверху опустите лоб, согните ноги. И, находясь в этом положении, делая вдох левую голень, мы двигаем влево. На выдохе аккуратно ногу возвращаем обратно. И снова нога уходит в сторону и возвращается. Вернув левую ногу, то же самое делаем с правой. Опустите ноги, поставьте ладони под плечи. Мы снова выходим в положение, опустив предплечье на коврик. Под колени можно положить одеяло, чтобы было комфортнее. Опустив лоб на кулаки, начинаем аккуратно переносить вес то на правую, то на левую ногу, раскачивая таз со стороны в сторону. И дальше ставим ладони под плечи. Ладони под плечами, пальцы стоят широко, колени под тазобедренными суставами, стопы на подъемах, руки, ноги толкают пол. И мы нашли копчик, на вдохе копчик вверх. В прогибе двигаемся в сторону пяток, выдох. Копчик вниз, круглой спиной в центр. Перенувшись в центр, меняем направление движения, копчик вниз, круглой спиной, двигаемся в сторону пяток, и на вдохе копчик вверх, в прогибе в центр. Тасовываем на пятки, отдыхаем.
снова возвращаемся на спину. Снова ставим стопы на коврик. И возвращаемся к дыханию грудной клеткой. Мы начинаем дышать опять грудью. На вдохе грудная клетка расширяется, поднимается, на выдохе опускается, сужается. Обратите свое внимание, какие ощущения сейчас в вашем теле появляются, когда вы дышите таким образом. Поменялось ли что-то в амплитуде движения грудной клетки? Как ведет себя живот сейчас? Переместите внимание на область мышц тазового дна и обратите внимание, какие ощущения появляются там, когда вы дышите таким образом. Что там сейчас происходит? И вытяните ноги по полу. Сейчас вниманием пройдитесь по телу. Посмотрите, как сейчас ваше тело себя чувствует, как оно соприкасается с полом. Поменялось ли что-то в ощущениях в теле, есть ли разница в теле справа-слева, есть ли напряжение. И не открывая глаз, переместите внимание на дыхание, начните наблюдать за вашими вдохами и выдохами. Затем, как одни, плавно перетекают в другие. И постарайтесь представить, как с каждым выдохом все ваше тело начинает расслабляться, часть за частью напряжение покидает тело. Также постарайтесь представить, как с каждым вдохом ваше тело начинает наполняться новыми силами, энергией и здоровьем.
Сделайте глубокий вдох, спокойный, плавный выдох. Почувствуйте точки соприкосновения вашего тела с полом. Начните шевелить пальцами рук, пальцами ног. Потянитесь всем телом. И затем аккуратно повернитесь на бок и побудьте в этом положении еще какое-то время. Не открывая глаз, помогая себе руками, садитесь в удобное положение с прямой спиной. И здесь мы растираем ладони перед грудью до горячего состояния, и горячие ладони кладем на область глаз. Еще раз растираем ладони. Ладони кладем на область сердца. Соединяем руки в намасте перед грудью. Сейчас пришло время для того, чтобы благодарить себя за практику, посвятить плоды своей практики своим родным, любимым, близким людям. Опускаем голову вниз, открываем глаза, сначала поднимаем голову и затем взгляд. Всем спасибо за практику. Если вам понравилось занятие, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать практики. И до новых встреч!